Дорогие друзья, всем привет! Недавно мне в голову пришла такая интересная мысль, интересная идея. Точнее, не совсем мне, а одному из зрителей моего канала, потому что в мою пустую голову ни одна нормальная идея не придет. А идея, в общем, такая. Меня спросили как-то в комментариях: Максим, а почему ты не кладешь вместе с посылкой, которую отправляешь клиентам своего магазина, какое-нибудь письмо от себя лично? Я подумал, действительно, а почему я так не делал? Что мне мешало это сделать? И сегодня я решил исправить эту оплошность. И начиная с завтрашнего дня, с 1 сентября 2017 года, каждый клиент моего магазина, то есть именно ты, дорогой друг, который смотрит это видео, который заказывает в моем магазине головоломки, который потом, надеюсь, с удовольствием крутит и теплым словом вспоминает мой магазин, теперь еще у тебя есть возможность быть моим читателем, потому что вместе с каждой посылкой теперь тебе будут приходить вот такие письма, подписанные лично моей рукой. Именно сейчас одно из этих писем я и подпишу. Ну вот, друзья, а содержание этих писем будут меняться каждое первое число нового месяца. Здесь я буду делиться с вами какими-то своими жизненными веселыми историями или даже философскими размышлениями, новостями или планами на будущее. Ну, надеюсь, что вам это будет приятно почитать. И вот первое письмо, начиная с завтрашнего дня, уже отправиться и моему клиенту, можно сказать, и моему зрителю, и теперь еще и моему читателю. Ну, на этом всем спасибо и до новых встреч на моем канале.